15 веке на месте, где ныне стоит Покровская церковь, упоминается Афанасьевский девичий монастырь, посвященный святителю Афанасию Александрийскому. Считается, что основательницей монастыря и его первой настоятельницей была Софья Ярославна Тверская, родная сестра святого великого князя Михаила Тверского, построившая монастырь в честь небесного покровителя своего отца, князя Ярослава Ярославича, принявшего перед смертью симу с именем Афанасий. После закрытия обители в 1723 году на ее месте был образован приход. Ныне существующая каменная Покровская церковь была построена вместо деревянной на средства прихожан и купца Григория Жижина и освящена в 1774 году. Здесь когда-то сестра великого князя Михаила Тверского, нашего небесного покровителя, сестра, ее имя Софья, она здесь основала девичий монастырь. В нем какое-то время подвязались и святая Анна Кашинская, супруга Михаила Тверского, и его мать Ксения, благоверная княгиня, которую мы тоже чтим. Потом этот монастырь был закрыт. И в 1723 году был образован вот приход Покровской церкви. Покровская церковь тогда здесь была деревянной. Здесь рядом хоронили и монахинь, и священников, и прихожан храма. После Великой Отечественной войны здание храма использовалось как складское помещение учреждениями Облпотребсоюза, что постепенно привело сооружение в аварийное состояние. Храм и прилегающая территория переданы церкви в 1992 году, а также 14 октября была совершена первая божественная литургия во вновь открытой Покровской церкви на праздник Покрова Божьей Матери. 14 октября приходу Покровской церкви исполняется 300 лет. 300 лет назад здесь, на месте древнего монастыря, был образован приход Покровской церкви. В этот день к нам будет привезен уже по традиции ковчег с великими святынями, с частицей Покрова Божией Матери и с частицами мощей ее родителей. Божественную литургию в храме совершит митрополит Тверской Кашинский Амвросий.